приходи на кастинг-шоу «Холостяк в Клину». Подробности по телефону 588-70. День памяти и скорби в Клину начался предрассветным шествием и продолжился вахты памяти на мемориале. Моя прабабушка была на войне, она была медсестрой, и она лечила солдат. Домой она не вернулась, она погибла на войне. Из частных рук в государственные кадастровой оценкой займутся госструктуры. Законопроект принят в первом чтении. То есть оценивать будут государственные, бюджетные организации, будет единая методика такой государственной оценки. Широкий берег и чистая вода в Клин-5 благоустраивают зону отдыха. Ну, замечательно, здорово, что и до нас очередь дошла. Они лечат без таблеток и уколов, только чистый воздух и только реабилитация. Центр «Родник» отметил 20-летие. Дети получают медицинские услуги, с ними работают педагоги-психологи, социальные педагоги, воспитатели.